Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами на обзоре вот такая красота. Это Астана 1. Я выбрала красивые кусочки, чтобы показать вам, какая она бывает. Вот, бывает вот с такими фиолетовыми вкраплениями. Видите, какая красота! Прям кто смотрит меня, знает, что я заказала оптом, и мне пришли разные кусочки. Смотрите. Вот такая красота. Они все разные. Как бы я привыкла видеть Астану первую белой, вот такого плана. То есть она беленькая, ну и то здесь вот видно, что есть вкрапление. Когда ее зачищаешь, она становится очень-очень вот такой маслянистой, гладкой. Бывают и железистые вкрапления. Видите? Вот такая красавица. Но больше всего, что меня поразило, что вот еще такой кусочек. Я выбирала самые красивые кусочки, чтобы вам показать. Вот такая красота. Смотрите. Она маркая, марает руки. То есть, когда я открыла коробки, я удивилась, что некоторые кусочки прям резко отличались тем, что они розовые. Это Астана 1, но она розового оттенка. И встречаются бледно-розовые кусочки, а встречаются насыщенные. Вот видите разницу? Так. Вот так. И это все один сорт. Астана 1. Прям видно, что он розовый, а этот белый. Так. Вот такие вот кусочки. Так. Смотрите, с такими вкраплениями. Ну, очень, конечно, она красивая. Давайте приступим. А, еще вот этот кусок хотела показать, почему я его взяла. Потому что с этой стороны он белый, а с этой стороны он розовый. Вот такие красивущие кусочки. И сейчас мы будем с вами их пробовать, чтобы не было, так сказать, споров, что это Астана розовая. Я специально взяла Астану розовую, и сейчас я вам покажу, в чем разница. У Астаны розовой, видите, вкрапления? Вот эти вот точечки. Так, надеюсь, вам видно. Вот они, видите, она вся в точечку, в темно-фиолетовую. А у Астаны 1 нету таких точечек. Даже вот в таком виде видно, что даже в разломе она вся в точечку. Итак, давайте приступать. Давайте начнем. Ой, как мне хочется откусить вот этот кусочек красивый. Я прям не могу, он очень красивый. Такие фиолетовые прожилочки есть.
Сейчас мы с вами похрустим, а потом я буду описывать. Кусок из батареи. Хрустит позвонче. И, кстати, как и любой сорт, как я уже заметила, она отличается по структуре. Есть плотнее кусочки, а есть порыхлее. Мы сейчас от обоих укусим. Вот этот кусок прям как замороженное сливочное масло. Ну и сейчас будем пробовать кусочек, который поплотнее. Для чего же она вкусная? Так, ну сейчас от этого еще кусочек откусим. Вот я привыкла увидеть вот такую вот белоснежную. Кстати, из всех сортов Астаны, Астана 1 самая-самая белая. Она прям кипельно белая. У меня рядышком здесь мелок. Залипает она очень сильно. Сейчас надо чем-нибудь хрустануть. Взяла мелочек лето. Теперь хоть разговаривать можно. Что по поводу Астаны 1 в белых кусочках? Откусывается с глухим хрустом.
Если ее просушить на батарее, ну хотя бы недельку, то, конечно, она станет плотнее и хрустеть будет получше. Плотные куски хорошо хрустят, более такие рыхлые, они хрустят поменьше. Чистая, сорт чистый, ни единого скрипа, даже где встречаются вот такие вот железистые вкрапления, она не скрипит. По вкусу. Вот эти фиолетовые прожилочки, которые есть у нее, они не сбивают вкус. Ну, то есть вообще не сбивают вкус. Вкус в некоторых кусочках замороженного сливочного масла. А некоторые кусочки, вот кто пробовал сливки сухие, вот именно сухие, вот прям вот этот кусочек, прям, вот знаете, как будто сливки сухие ешь ложкой. Залипает она сильно. Кто не любит липучие сорта, это не ваш вариант. Она залипает очень сильно. Я бы сказала, что она одна из самых залипучих среди Астаны. Вкус классный. Сливочный, не молочный, именно сливочный. Поначалу ее, когда откусываешь, она отдает мелом. То есть меловой, сливочный. Побелка есть, но в некоторых кусочках. То есть она не ярко выраженная. Может в некоторых кусочках быть и сухая побелка, если сорт пересушенный, и влажная побелка. Скажу так, Астана от прямого поставщика, добытчика. Это бомба. То есть я для себя приняла решение, что Астану я всегда буду брать оптом. Кто будет спрашивать ссылку на продавца, пожалуйста, на канале есть распаковка от этого продавца. Там есть ссылка. Короче, классная. Астану белую я обожаю. Ну, давайте пробовать розовые кусочки. Вот такие красивые кусочки. Хочу откусить от такого красивого кусочка.
Так, ну и попробуем от этого кусочка, в котором от белого перетекает в розовое. Вот видите, с этой стороны белое, с этой розовое. Зажую мелом, чтобы сбить залипание. Как говорится, снимем залипание. Попалась мне песчаночка, прям обалденье. Так, что по поводу Астаны 1 розовой. Она слегка отличается по вкусу. Она сладкая, она сластит. Она в некоторых кусочках имеет вкус не травянистый, а цветочный. Вот есть такие цветочки, по-моему, ирис называется. Вот они сладко пахнут. Вот в некоторых кусочках у Астаны 1 розовый, такой вот с розовым оттеночком, встречаются цветочные нотки. Она жирная, она плотнее. Как мне показалось, залипает она чуть послабже, чем белая. Она будет поплотнее, такая же жирная, обволакивающая, не скрипит, чистая. Но вкус у ней, да, вкусом она слегка отличается. Это прям, вот если Астана 1, это прям жирные-жирные сливки. Такое масло замороженное. Она очень сливочная, она очень жирная. То Астана 1 розового оттенка, она сладкая. Причем сладость такая ощутимая. Сластит, чистая, жирная. Сливочная. Некоторые кусочки встречаются со вкусом сырости, но это, походу, я не до конца просушила. В общем, что я могу сказать? Я влюбилась в Астану 1 заново. Я влюбилась в Астану 1 с розовым оттенком. Это прям нереально, ну, очень классный сорт, очень вкусный. Астана 1 является моим фаворитом, номером, так сказать, один. В общем, кто не пробовал, но любит Астану, попробуйте. Кто ищет в Астане каких-то новых вкусов, если вам удастся, конечно, найдите Астану 1 розового оттенка, не пожалеете. Классный сорт, люблю, обожаю. Всем огромное спасибо за внимание. Всех целую, люблю, обнимаю. Пока-пока.